Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Да более знакомые строки для каждого из нас еще со школьной скамьи. Как никогда актуальны конкретно в данном месте. 13 августа подрядчики управления благоустройства администрации города Иваново сняли с данной остановки стенки вместе с расписанием. В итоге вот уже на протяжении 2 недель пассажиры лишены не только защиты от ветра и от дождя, но и точных поминутных данных прибытия ивановского троллейбуса. Остановочный павильон – это не только часть инфраструктуры, на обновление которой ежегодно из бюджета тратят немалые средства. Это в первую очередь лицо нашего города. Остановка проспект Ленина располагается в непосредственной близости от городской администрации. За день павильон пропускает через себя 1000 пассажиров и является крупнейшим пересадочным узлом областного центра. Однако внешний вид остановки, мягко скажем, не соответствует вышеобозначенному статусу. Год назад мы приехали впервые во Владимир, где посмотрели и убедились, в какой частоте и в каком порядке содержатся остановочные павильоны. В принципе, прошел год, по сути, ничего не изменилось. Павильон совмещает в себе как рекламную конструкцию, так и прозрачные стекла, на которых мы не видим ни одного объявления. Глава администрации города Владимир Андрей Шухин ежедневно, его рабочий день начинается с объезда города. Он смотрит в том числе и вот по этому вопросу, если какие-то замечания у него возникают. У нас есть группа в Вайбере управления ЖКХ, сразу фотография, значит, с адресом отправляется, все ответственные лица видят это. Главы администрации следят за этим, сотрудники управления ЖКХ, сотрудники центра управления городскими дорогами, которые являются балансодержателями этих остановок, они эти все объявления просто не допускают. Выяснить, что за компания или в интересах кого это объявление расклеивается, у нас этим занимается вместе с правоохранителями управления экономической безопасности администрации города Владимира. И людей, выявленных на административную комиссию, приглашают, руководителей компании приглашают и просят их в добровольном порядке убрать незаконно расклеенное объявление, потому что объясняют, что мы живем с вами в хорошем, красивом городе, не надо его портить. В отличие от соседнего региона, системной работы с расклейщиками объявлений в городе Невест, увы, не наблюдается. Так, 14 июля текущего года мы не только опубликовали видеозапись административного правонарушения в социальных сетях, но и обратили внимание на него управление муниципального контроля. Однако по данному факту никакой реакции мы так и не получили. В городе Владимире примерно 300 остановочных пунктов. Из них 123 – это павильоны, вот как вот подобные этому. У нас 3 рекламные компании, крупнейшая из них, которая «Русаутдор». И у них есть люди специальные, которые по утвержденным графикам несколько раз в неделю проезжают по своим пунктам, смотрят за порядком на этих остановках. Они, значит, эксплуатируют их в своих интересах, ну, потому что размещают рекламу, но, тем не менее, время от времени выходят на администрацию города с тем, чтобы, ну, улучшить удобство, комфорт для горожан. Они придумывают разные такие штуки для остановки, но это в центре города, около Золотых ворот и около, на Театральной площади, напротив СУМа Валентина, для подзарядки мобильных устройств. Пытаемся зарядить мобильный телефон в USB-разъеме, который располагается в остановочном павильоне. В принципе, зарядка идет, и вы можете это наблюдать. И если вдруг, гуляя по старинному русскому городу Владимиру, вы обнаружили, что у вас разрядился аккумулятор, без проблем можете подойти сюда и воспользоваться абсолютно бесплатной зарядкой. Используя опыт соседнего Владимира, при помощи магии и графического дизайна мы получаем иные конструкции и совсем другой вид, который при желании вполне реально реализовать. Самое главное – найти это желание.